Слушай, Пит, я сейчас заполняю анкету для колледжа, и там надо рассказать о себе. То есть продать им себя. Это так тупо. Поможешь мне советом? Ну вот, взять меня. Привет, я Питер Паркер. Мне 25, у меня диплом бакалавра по биофизике, и я люблю лучшую женщину на свете. Хвастун. И лучшую журналистку в этом городе. Да, MJ крутая. Я стараюсь брать пример с другой лучшей женщины на свете. Тети Мэй. Опять хвастаешься, а? А однажды меня укусил радиоактивный паук, и я обрел суперсилу. А об этом же нельзя писать. Эй, ну, мысль идет своим чередом. Я обратил эти способности на благо людям и против тех, кто желал им зла. Как мой наставник, доктор Отто Октавиус. Его лабораторию закрыл бывший коллега Норман Осборн. В отместку Отто применил биооружие. Я сумел остановить его, но мне это дорого обошлось. Неплохое резюме. Но я же не Питер Паркер. Именно. Ты Майлз Моралес. Тебе 17 лет, ты учишься в Академии Visions. Что еще? Ну, я... время от времени помогаю маме, советнику Рио Моралес, с ее проектами в Гарлеме. И есть одна девушка, которая меня восхищает и вдохновляет, и... я считаю ее одной из лучших наших художников. И меня тоже укусил радиоактивный паук, наделив меня суперсилой. Как быть пауком, я учился у оригинала. Но как быть героем, я научился у папы. Он погиб при взрыве, устроенном Мартином Ли. Добро, которое я творю, это добро, заложенное в меня отцом. Было трудно. Иногда даже сверхспособностей недостаточно, чтобы спасти тех, кто нам дорог. Но герой — это тот, кто не сдается. И я не собираюсь. Не знаю. Я не могу рассказать про себя, не упомянув про паука. Все ты можешь. Надо просто... Все готово. Приступим. У меня к тебе просьба. Говори. Если не поможет, не упорствуй. Поможет. У меня осталось мало времени. Я хочу хоть попрощаться. Thank you.
Я не дам болезни взять вверх. Я никогда тебя не отпущу. Звонок звенит не просто так. Садитесь. Я здесь! Доброе утро. Сегодня урок будет вести новый учитель. Привет. Меня зовут мистер Паркер. И нам всем очень повезло. Потому что это урок физики, а физика рулит. Вы знаете, что позволяет насекомым и птицам и ящерицам бегать по воде? Два слова. Поверхностное натяжение. Можно выйти? Ладно. А натяжение держится на когезии. Формула тут такая. Натяжение, гамма, равняется силе, приложенной параллельно поверхности жидкости. F, поделенный на длину, L, линии действия этой силы. Кто-нибудь... Мне нужна помощь. Мистер Моралес, так? Вы точно не можете справиться самостоятельно? Точно. Ну, ладно. Прочтите главу 4 или 5, или не знаю. Майлз, я рискую. Если директор вернется, а меня нет, меня уволят. Знаю, но ты только глянь. Почему сегодня? Меня точно уволят. Директор Эванс и так не простит мне это опоздание. Я же говорил, она этого не терпит. Ничего, мы буквально туда и обратно. Хорошо бы, а то у меня потом разговор с психологом по поводу колледжа. О, ты дописал эссе? Даже не начинал. А, ну, давай в центр, побыстрее разберемся с Марко. Двигайте в центр. Мы мчим по Бруклину. Джеймсон отправил тебя делать репортаж? Не верится, что старина Джей-Джей-Джей твой новый босс. Ха, мне нравится новый режим. Ты быстро приведешь его в чувство. Так это, что там с Марко? Мы уже много лет не виделись. Очевидцы утверждают, что он бежал по Бродвею, выкрикивая что-то невнятное. С их слов он как будто был в бреду, не в себе. Он просто взорвался. Да. Надеюсь, мы сможем его успокоить. Я видела, как люди сходят с ума. Осторожно. Хорошо, что у нас два Человека-паука. Удачи. Спасибо, МДжей. Тут бы пригодились новые наработки. Ни за что. Их еще не тестировали. Это прототип. Но ты взял их, да? Без комментариев. Thank you.
Джей не шутила! Надо помочь ему, пока не пострадали люди! Или он сам! Может, он голоден? Кинем ему что-нибудь пожевать! Каков план? Отвлеки его! У меня есть идея! Вот черт! Тебе бы выпустить пар, Марко! Йогу не пробовал? Видимо, ему ближе пилатес. Это идея! Я не говорил, что хорошая! Это должен был быть обычный день! Урок физики! Неловкая болтовня в учительской! Все, идите по лестнице! Человек-паук! Распишешься за доставку! Пока горячее! Конечно! Мини-двойники? А, мне б таких.
он не единственный! Песочный человек только что отрыгнул новых друзей! Что за... Он и так умеет! Похоже! Давай скорей! Мистер Паркер? Простите, кто это? Директор Эва. Конечно! Директор! Все ученики эвакуированы из здания. Где вы? Мистер Паркер? Я... забыл... кое-что в машине! Что за шум? Ничего! Я ведь... Сработало? То есть я уже бегу назад? Вернитесь к своим ученикам или пеняйте на себя. А, не нравится мне это! Ты там как? Майлз? Директор Эванс звонила. О, черт! Меня исключат? Эй, Кей просто прогулял. А я оставил учеников во время ЧП городского масштаба. Да уж, ты попал. Песочный человек! Ненавижу это прозвище. Я знаю, ты на меня зол! Ты здесь вообще ни при чем. Отстань от меня! Я хочу помочь! Только заранее извини. Значит, он был не рад встрече. Да. Чувство ностальгии ему чуждо. Отпусти меня. Не то убью. Он не слушает. Надо бы поднажать. Как? Он ненавидит воду. Плечо уже намокло. Тогда он и электричество небольшой фанат. Вот именно. Пойдет искра. Я пока послежу, чтобы вода шла. Хочешь паутинку? Я сам ее сделал. Он оглушен! Стреляй! Одолжи щепотку песка!
Хочешь еще? Поговорим с глазу на глаз. Это для вашего блага. Вот он что-нибудь заказывал? Жить нормально, как все люди. Это не путь, Марко. Для такого, как я, иного пути нет. Это ни в какие ворота! Пит, что случилось? Я оказался снаружи! Просто лезь наверх, я встречу тебя на крыше! Этот бак с водой — единственный шанс! Это надолго. Не тормози, Майлз. Я хотел прожить нормально. Еще не все потеряно. Теперь уже поздно. А, черт!
этими замками! Ма, все в порядке? Я тут с Питом. Я знаю. Ты на всех каналах. Я еду в центр помочь организовать раздачу припасов. Ганки придумает для тебя отмазку. Да, но у меня сегодня еще встреча с психологом. А директор думает, слушай, что я... С директором я поговорю. Сейчас ты нужен Нью-Йорку. Ты лучшая мама в мире. И прошу, будь осторожен. Текиеру, Нихо. Как сказала мама, я не могу подвести Нью-Йорк. Еще. О! Есть идеи? Да. Продолжим урок физики. Класс! Буря Марко вырабатывает
тратит огромное количество энергии! Что будет с поверхностным натяжением песка, если ты поднимешь напряжение? Бульбури, как когда я ударил по миньонам! 5 с плюсом! Если вперёшь достаточной энергии, я швырну ее прямо в него! Песок везде. Марко, все образуется. Для меня уже давно все решено. Если тебе нужна помощь, просто скажи. Это вам понадобится помощь. Они придут за вами. Кто придет? Размяк на старости лет, Сергей. Эта участь тебе не грозит. Я следил за тобой часами, а ты даже не знал. Слабак ты. Просил ровню. А вы что мне нашли? Сэр, может, новые угодья? Зажгите огни. Охота грядет. Приложение не пашет. Пит, ты это видишь?
секунду, Майлз! Не бойтесь, все позади. Да, тут то же самое. Эй, Ганке! Знаю, знаю. Сеть связи накрылась по всему городу. Что происходит с поступающими запросами? Они не пропадут, но... Стоп! Есть у меня один вариант. Давай скорей! Перед тем, как приложение сдохло, пришел вызов с перекрестка Либерти и Бродвея. Направляюсь туда. Просто ужас! Марко, что на тебя нашло? Вот они! Я помогу, держитесь! Вы как? Теперь нормально. Спасибо. Человек-паук, ты нужен шефу! Но потом хочу вас убить. Марко задел. Мы будем добиваться для него максимального наказания. Спасибо. Человек-паук, можно тебя? Поступил вызов из участка, но связь оборвалась. Нам нужно расчистить дорогу. Понял вас. Что сделать? Соберитесь на крышу дома на углу Уорд и Лафайет. Какой план? Телекоммуникационную сеть восстановят еще не скоро, так что мы протянем свою сетку. Это серьезное дело! Сколько же ты готовился? Ну, мечтал я об этом 7 класса. А готовился последнюю пару минут. Там должна быть пусковая установка. Что это такое? Это от одного нового стартапа. Установка для запуска высотных метеодатчиков. И этот стартап дал нам разрешение? Да. Я связался с их главным. Приятный тип. Был рад помочь Человеку-пауку. Ладно, говори, что делать. У тебя же остался 3D-принтер, встроенный в паутинометы. Надо быстро кое-что напечатать. Скидываю чертеж. Пришло. Выглядит как дрон. Ганке, мы не шпионим за людьми. Не, все добровольно. Жители шлют сообщения в приложение, а оно перенаправляет их через дроны. Они называются дроны-ретрансляторы для участливых горожан. ДРУГ. У меня теперь новый друг? Да! В 7 классе я был такой миляга. Ну и? Как поднять эту штуку в воздух? Частоты забиты почти под завязку. Так что держитесь отмеченной траектории. Так сигнал будет более четким. Локальная сеть должна работать. Я уведомлю пользователей. Сообщения вот-вот начнут поступать. Пошло! Ну, за дело.
Сообщение о преступлении. Подгони поближе! Давай! Ну же! Времени у нас навалом. Пока копы тут разгребают песок, мы все быстренько обчистим. Грузите в машину! Он здесь! Вломи ему! Кража оружия? Это надо пресечь! Действуй по плану! Обожаю давить пауков! Кто догадался открыть стрелковый клуб в городе? Надо подать петицию! Заменим все стрелковые клубы на что-нибудь получше! Посторонись! Скажем, клуб комплиментов! Они никому не вредят и платить не надо! Например, ты отлично держишь удар! Молодцом! Дави паука! Попробуй! Идея-то классная! Меньше стрельбы, больше похвал! Угомонись, паучок! Паук, бросай на паук! Сколько их? Решили воспользоваться тем, что город завален песком. Знать бы, из-за чего Марков взбесился. Еще приехали. Окажем им теплый прием. В стиле паука. Приложение так и не работает. Я знаю. Нельзя же успеть везде и сразу. Дай мне минутку. Я перезвоню. Как думаешь, он на меня злится? Стресс иногда маскируется под гнев. Ты пока ищи, кому еще помочь. Теперь как будто ты злишься. Я просто сосредоточен на деле. Мама всегда так и говорит, когда злится. Слушай, мы давно знакомы. Ты хоть раз видел меня сердитым? Дай подумать. Вопрос риторический. Видел? Помнишь, мы пошли к тебе играть в настолку, и ты все время продувал? Я тогда злился не на тебя, а на вселенную. Ты пожалеешь, что встал. Компилирую новое приложение. Я решил, раз такое дело, заодно доведем его до ума. Нам не нужны примочки, лишь бы видеть заявки граждан. А я о чем? Пока ставится патч, надо бы расширить сеть. Как там дела у Майлза?
Она там. Ей было трудно дышать. Майлз, не занят? Что нужно? Заберись на крышу соседнего здания. У тебя голос странный был. Все нормально? Да, просто тут надо много думать. А я голодный. А в торговом аппарате остались только те пресные крекеры. А, да, отстой. Ах, переживу. Короче, я наконец взялся реализовать ту идею с апгрейдом. И поможет мне в этом друг, да не один. Это классная штука, которая тебе пока непонятна. Но скоро поймешь. Я на месте. Там где-то должна быть пусковая установка. Что-то я не вижу ничего похожего. Может, песком занесло? Все, я нашел установку. Теперь что? Теперь напечатай друга. А, понятно. ДРУГ. Дай угадаю. Для реагирования в условиях глушения. Почти, но важно другое. Тут используются пространственно и темпорально коррелированные сигналы. Распределительные вычисления? Ганге, ты гений! О, скажешь тоже. Я отметил траекторию для стабильной работы сети. Держись ее, и сигнал будет сильнее. Итак, местная сеть подключилась. Пришло сообщение. Вижу. Я в пути. Парни видели паука у стрелкового клуба. Валим, пока не явился. Привет. Вам помочь? Ключи потеряли! Рядом есть мастер по замкам! Столько бандитов на одну машину! Не перебор ли? Держи подарок! Вместо того, чтобы воровать, вы бы, не знаю, людей помогли спасать, что ли? Ты не остановишь нас, паук! И
ты? Да. Я сейчас помогаю Глории Фиби. О, ты виделся с мистером Зумитом? Нет. Мы это обсуждали. Человек-паук не поможет тебе поступить в колледж. Я с ним поговорю. Обещаю. Мне пора. Здоровый. Сидеть на уроке физики, запоминая абстрактные уравнения для гипотетических ситуаций. Такая физика мне нравится больше. Сейчас! Стреляйте в паука! Это плохой совет! Голос тигра, детка! Зря стараешься! Приложение обновилось. Попробуй. Здорово. Пришел новый запрос. Ганкель, ты молодец. Приложение стало еще лучше. Спасибо. Майлз, ответим на эти вызовы и обратно в школу. Разберусь. Разозлили! Я пообщалась с врачами. Там есть что-нибудь наподобие кристалла? Да. Ага. Врачи говорят, что разум Марко буквально раскололся на части. Жуть! И почему эти песочные чуваки бьют меня? Вероятно, это частица его подсознания. Они защищают то, что скрыто в кристалле. Но, по идее, если найти все осколки, ты сможешь собрать его воедино. Тяжело быть человеком из песка! Ха!
Ну, Марко, за что так боролось твое подсознание? Вот ты рядом со мной, а вот тебя уже. Говорящий кристалл? Ладно. Похоже, он хранит частичку его памяти. МДЖ сказала, по городу разбросаны другие кристаллы. Буду иметь в виду. Эй, возьмешь последний запрос? Там пассажир застрял в лимузине. Понял. Мистер Сумида еще там? Да, он сейчас Хейли. Она тянет время как может. Класс! Надеюсь, он объяснит мне, как писать эссе. Ты все с ним возишься? Слушай, раз меня уже взяли в УЭС, я мог бы помочь. Не, ты и так много для меня делаешь. И если ты поможешь мне поступить, то потом вечно будешь мне это припоминать. Да, это правда. Лимузину! А! Это паук! Бей его! Руши его! Они как папарацци, только еще и с пушками! Какие же вы мерзавцы! Да оставьте вы человека в покое! Так, прицелился и... Тебя заплети, паук! Надо глянуть, как там пассажир. Джона Джеймса. Надо сказать пауку. Так, мистер Джеймсон, доставим вас в больницу. Человек-паук, ты не поверишь, кто был в том лимузине. Не терпится узнать. Сейчас только запечатаю гидрант. Мистер Джеймсон, это паук. Вы меня слышите? Службы экстренного реагирования уже начали оказывать помощь пострадавшим. И сейчас проводится эвакуация людей из поврежденных зданий. Привет, паук! Смотри, кто здесь! Чего? А где? Человек-паук! Джон, ответ от ней моих, вы в порядке? Помогите! Меня почищают! Что? Нет, я вам помогаю! Сфотографируйте их! Преступники в масках похищают журналиста! Вы все такой же! Ну, хоть врачам не грубите! Thank you.
меня похитили! Я согласия не давал! Я не... Угрозы! Всю два дня угрозы! Но Джона Джеймсон с этой темы не съедет! Я с этой темы не съеду! А куда я еду? Куда я еду? Мистер Парк, где вы? Директор Эванс, здрасте. Да, это я, Питер Паркер. Простите, случилось ЧП, я скоро буду, обещаю. Если я не увижу вас через 10 секунд, я... О, нет, связь, плохо, скоро. Не верится, что я это сделал. Где мистер Сумида? А, он только ушел. Сказал, что его ждет отпуск. Что? Это же здорово, Хейли. А, еще, пока тебя не было, я узнал, что меня взяли в программу РЕНТ. Серьезно? Да. То есть полная стипендия? У всех большой день. Жаль, я пропустил. Ох, блин. Не могу смотреть. Но и не смотреть не могу. Директор Эванс. Да. Смотрите, кто соизволил явиться. Я знаю, что вы могли подумать. Подумать? Мне очень жаль. Тут и думать не о чем. Знаю. Это просто смешно. Не хотел, чтобы так вышло, и этого точно не повторится. С меня достаточно. Но послушайте. Нет, не послушаю. Вы должны защищать учеников, а не бросать их. Вы уволены. Майлз, я не представляю, как совмещать подвиги с работой. Но я знаю, ты сам разберешься. Привет. Сочувствую насчет работы. И если что, ты не худший учитель, который у нас был. Стоит вписать это в резюме? Слушай, в бюллетень Нью-Йорка предлагают присылать свои фотографии. Я сам вчера отправил. Платят немного, но платят. Это газета Робби Робертсона. Мы раньше работали в Бьюгл. Думаю, я знаю, что ему понравится. Спасибо! Не за что. Будет время, я тоже пошлю им еще пару фоток. Робби всегда говорил: не показывайте мне город, покажите мне Нью-Йорк.
ограбление грузовика. Обычный вторник. Опять опасный. Это же человек! Кто завернул к нам на огонек? Привет! Про тебя хотел сказать то же самое. Нет. Пора подраться. Ногу свело. Ладно, вроде не расходит. Еще не понял, что проиграл? Спасибо. Надо как-нибудь сделать гастрольный тур. Ну что ж, наконец-то будет повод собрать паукомобиль. Это что-то. Ну вот, теперь отправить и... Пит, как дела, сынок? Робби, привет! Прости за внезапный звонок, но хотел сказать, что выслал тебе фото на одобрение. Какая прелесть. Мы его непременно опубликуем. Мне пора на совещание, но если у тебя будут еще снимки сердца Нью-Йорка, присылай. Рад был тебя слышать. Взаимно, Робби. Спасибо. Excusez-moi. Погулять в парке? Почему нет? Я сейчас туда и направляюсь. Слушай, если ты едешь раньше... Прекрасно. Вообще, моя бабуля часто рассказывала о том,
как ходила сюда каждое воскресенье. Здесь можно было купить самые свежие овощи в городе. Но однажды она пришла поздно, и парень перед ней скупил все помидоры. Так она познакомилась с моим дедом. Я по паучьим делам. Ну, а еще что скажешь? Просто не делай. Мне уже важно, что я не принимаю сочного человека. Любишь, слышишь? Конечно, любишь. Давай скину подборку. Оказывается, в моей квартире превосходная изоляция. Я уже спала в зоне падения безумного человека. Ой, вот и у меня в костюме полным-полно песка. Надо бы переодеться. Старая техника подполья. Безумельцы ее быстро растащили. Надо сказать Майлзу найти ей лучшее применение. Он чуть не сбил человека! Надо что-то делать! Это Человек-паук! Гони! Гони! Вы вроде проехали на красный! Нет! Нас не возьмешь! Очко в нашу пользу. Похоже на кристалл памяти Марко, о котором говорил Майлз. Надо взглянуть. Что с деньгами? Эй! Это ты вломился в мою драку или я в твою? Вы вломили бандитов! Нарывайся! Ну тебе крышка! Мне надо бежать, но спасибо за помощь. Ладно, но в следующий раз пицца с меня. Нет, я поеду на поезд, все в порядке.
Так и думал, что мы встретимся! У меня песок в ботинках и в перчатках! Кошмар какой-то! Пора заглянуть в этот кристалл. Кто-то следит за нами, Кимми. Но ты не волнуйся. Предоставь это мне. Марко считал, что за ним следят. А кто такая Кимми? Какие-то уроды хотят ограбить дом. Ты зачем на стрёме стоял? Ребята, вам поможем! Простите! Привет, МДжей! Привет, еду к тебе скинуть кое-какие вещи. Задняя дверь открыта? Не знаю. Я сегодня уходил в спешке. Встретимся на месте. Ладно, вы с Майлзом нормально добрались? Да. Вот так первый день. Надеюсь, завтра будет поспокойнее. Не сомневаюсь. Ну, до скорого. Что может быть хуже увольнения?
Кто так ведет себя на дороге? Жми! Зря ты это, паук! Разбираться с этим оставлю властям. Традиционный вариант у нас лучше всего. Но это не значит, что мы не готовы к периодическим экспериментам. И в программу лояльности сможете за... заказывать новые вкусы. Например, вкус месяца – банановый хлеб. Неплохо. Хороший снимок вышел. Выложу в сеть. Как ты, как? Честно сказать, впервые я туда зашел, потому что меня привлекло разнообразие новинок. Но возвращался я всегда за традиционным вкусом. Порой классика — это не пустое слово. Мне придется сорвать. Лучше, друг. Если меня не унесет в космос, я мне жаль прерывать вашу сделку, но... Стоп! Нет, не жаль! Не плачь, паучок! Высоко сижу, далеко гляжу! Да, это больно! Недолго тебе осталось! Он что-то задумал! Сейчас будет... На помощь! Человек-паук! Не могу двигаться! Не волнуйтесь! Сейчас я отнесу вас в скорую! Теперь я твой должник! Спасибо! Как можно обсуждать Тору на первом с хорошего дня? Ну вот, теперь вы в надежных руках врачей. Ты самый настоящий герой! Спасибо!
Где пробки? Дороги замело песком. Ты приноровилась на нем гонять. Ну, для города удобно, но не уверена, что это мое. Я уверен. Что такое? Меня уволили. О, нет. Ты был так рад этой работе. Ну да. Я уже весь семестр расписал. На следующей неделе мы бы запитали вертолет от картошки. Сочувствую. Я, может, тоже скоро стану безработной. Джона проводит зачистку? Вроде того. Он вводит радикальную меритократию. Что это хоть значит? Значит, что тот, кто в ближайшую неделю не напишет передовицу, уволен. Ну и? Все в порядке, ты же их лучший репортер. Что там? Непроданные экземпляры. Уже некуда их складывать. Хорошие же отзывы. А продано 14 книг. Никто не хочет читать про Симкарию. Бьюгл — крупнейшее издание в городе. Там я могу что-то сделать. Но что мне делать, если меня уволят? Ты и без Бьюгла. Можешь отлично справиться. Я пробовала действовать сама и 14 книг. Мне нужен рупор, чтобы изменить мир. Я не успел прибраться. В дальнюю комнату? Да. Я немного наведу порядок. Мэй заложила дом, чтобы пир был на плаву. И теперь я тону. Боже, я так хотел в нее поиграть. Надо просто найти время. Слушай, так ты не надумала переехать ко мне? Мы это обсуждали. Мне надо быть в городе, ближе к месту событий.
Но сколько романтических ужинов у нас могло бы быть? Давно ли ты последний раз ужинал дома? И то верно. Жаль, вариант с обучением не прокатил. Какие еще идеи? Не знаю. Если честно, я бы хотел взять перерыв, но не могу себе это позволить. Ну, а может, дом продать? Я не могу. То есть, я мог бы, но не могу. Если нужно время, могу один платеж покрыть. Нет, нет, даже не думай. И потом, Джона может вас всех выгнать. Я не дам ему меня уволить. Я знаю, как тебе дорог этот дом. Выкрутимся. Я тебя не заслужил. А это что? Это все вещи мои? Да, надо бы это отдать, но пока не могу. На что ты смотришь? Твои старые фотки симпатичные. О, давно я их не видел. Ха, кажется, это было в моей спальне. Зачем она вообще это сняла? Баланс? Что это значит? Интересно, она еще там? Надо сходить глянуть. Если что найдешь, скажи. А я пока переберу фотки, которые ты мне никогда не показывал. О, какая прелесть. Здесь не помешали бы свечи. В ваннах же ставят свечи, да? До сих пор запах мой. Боже, иногда как будто волной накрывает. Где же эта дыра? Вот это очки. Дядя Бен, хорошо смотришься?
он угроза или опасность. Ждем ваших звонков. Угроза. Определенно серьезная угроза. Я вам открою глаза на позволение супергероя. Никакой он не супер и не герой. Кто же тогда получается? Аферист? Выпендрежник? Чепуха какая! Что это было? Ты о чем? Питер. Мне показалось, там была крыса в стене. Пит, что случилось? Ничего. Я просто... В твои годы я была главой клуба дебатов, футбольным капитаном и второй скрипкой в оркестре. Каждый год я жаждала чего-то нового. Но когда я решила записаться в отличники, расклеилась. Я хотела успеть везде, но не успевала нигде. И я сдала назад. Баланс — это путь, не конечная цель. Я до сих пор в пути. Давай. Ну, давай. Может, Мэй была права. Я слишком много на себя беру. Нужно поберечь силы. Как там МДЖ? Пришла наводка. Завтра с плота в Рейвенкрофт перевезут двух заключенных. Сказали кого? Нет, но я это выясню. Джей! Полегче. Врачи сказали, меня пока нельзя тискать. Извини. Гарри. Я скучал. Я тоже. Мне сказали про Мэй. Я соболезную. И как там... Европа? Извините. Меня лечили в изоляции здесь, в городе. Не хотел, чтобы вы волновались. Ты болеешь тем же, чем мама? Болел. Прежде. Вроде у меня ремиссия. Гарри, это... Просто не верится. Выглядишь здорово. И чувствую себя так же. Жаль, пора на работу. Ужинаем завтра. Кони Айленд? Все как раньше? Решено. Вот это внезапно. Она научилась на них ездить, пока мы были в Синкаре. Извини, что я заявился без спроса. Нет, ну что ты, зайдешь в гости? Вообще-то, я хотел предложить тебе со мной прокатиться. Ладно. Не верится, что скромный летун еще на ходу. Я подумал, можно тряхнуть стариной. О! Это мой старый велик? Не, я в интернете нашел. Но похоже, скажи. О, да! Даже наклейки все те же самые. Это точно не мой велик. Готов? Ага. Куда едем? Увидишь. Давай, догоняй! Ты точно этого хочешь? О, да, я в порядке. Трость для подстраховки. На самом деле, она мне не нужна. У тебя энергии даже больше, чем у меня. Ну, давай, рассказывай. Чем ты занимаешься? Да так, учитель на замену, но скоро уволят. Еще занимаюсь с одним старшеклассником. Он особенный.
Везет парню. Я бы не сдал без тебя высшую математику. О, я читал про твоего бывшего босса, доктор Октавиус. С ума сойти, конечно. Да, не то слово. Жаль, тебя не было рядом. Гарри, почему ты не сказал мне, что болен? Я бы тотчас примчался. Тебе бы не понравилось это зрелище. Лечение было чудовищным. Я 3 года плавал в баке с исцеляющим раствором. Были такие кошмары. В баке? Ого. Да, эксперимент. Ничего себе. Мне очень жаль, Гарри. Скорей, вот-вот закроется! Стой! Мы же у Мидтаунской школы. Нам правда туда? Не подтверждаю, но и не отрицаю. Выглядит точно так же, как и 10 лет назад. Спасибо. Пойдем. Зачем мы приехали? Мы же ненавидели школу. Помнишь, Флэш с дружками подловили меня и разбили мой ноут? Там была презентация? Для конкурса юных предпринимателей. Мы над ней столько пыхтели. И срок был следующее утро. У меня сохранилась копия. Но она была в шкафчике. Мы позвонили в школу, умоляли нас впустить. Но нам отказали. Уже поздний час. Мы были в отчаянии, ходили вокруг всего здания, дергали все двери. Пока не пришли к этой. Стоп, что ты? Я помню, ее пришлось поддеть. Идем? Никого нет. Вперед. А флешка точно в твоем шкафчике? Вроде да. Что? Ты говорил, что уверен. Да уверен. Уверен. Зачем ты спрашиваешь? Не знаю. Я нервничаю. Не переживай. Там она. Следующим бьет перспективный новичок. 12-й номер. Постой. Эрик Маначелли. Это Рик, третья база. Маначелли. Что он тут делает так поздно? Следит за игрой. Покажи, на что ты способен, сынок, и тебя вечно будут носить на руках. Жаль, проскочим. Нет, стой, увидит. Сделав дабл. У этого парня настоящий талант. Мы с вами еще не раз это услышим. Фанаты ждут от своей команды успеха. Прицелься в что-то громкое. Решающем матче. А ведро? Готовы оправдать. Не, будет грязь. Они отлично сыграли от обороны, и теперь мы возвращаемся на базу с 2 аутами и последним оставшимся игроком. Флэш, сейчас тебе достанется. Да! Команда однозначно повысила свой процент попаданий. Но каков он в сравнении с другими группами? Отлично! Идем! Это же преступление! Я теперь преступник? Слушай, забыл сказать, я показал нашу презентацию маме. Она сказала, все супер. Единственное, что ей не понравилось, название. Она предлагает «Исцелим мир». Боже, это же идеально! Скажи. Значит, «Исцелим мир». Теперь вылечить этот самый мир нам мешает только глупая флешка.